Сегодня в Красноярском краевом онкологическом диспансере более 100 человек прошли обследование, позволяющее диагностировать онкологические заболевания кожи и рак молочной железы. Акцию приурочили ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, который ежегодно отмечается 4 февраля. Посетить специалистов-онкологов и получить консультацию могли все желающие, не состоящие на учете в онкодиспансере. Такая практика, по мнению специалистов, позволяет многим своевременно узнать о заболевании и снизить риск осложнений. Онкологический диспансер устроил акцию для того, чтобы люди, у которых есть вопросы по поводу каких-то новообразований, могли в доступной форме спокойно прийти к нам, и специалисты-онкологи могли решить проблему своевременной диагностики заболеваний, которые могут быть как онкологическими, так и не онкологическими. И в соответствии с осмотром в дальнейшем принять решение по дальнейшему лечению либо в рамках онкодиспансера, в условиях онкодиспансера, либо в условиях других специализированных служб.